Диана Эстрада и Хосе Рамон. Что для вас значит фестиваль и какие вообще впечатления по прошлому фестивалю? Ну, здравствуйте, я на вашем фестивале впервые, поэтому не могу сказать по прошлому фестивалю, но сейчас ожидаю, конечно, интересных номеров. Это детский фестиваль? Ну, там участвуют и 18-летние, и 40-летние, и 35-летние. Я вот просто не в курсе. Да? Я был в прошлом году, и вот в прошлом году очень интересно было. Мне очень понравилось, очень сильная команда будет. В этом году, не знаю, мы еще не судили, только завтра будет, поэтому не могу конкретно сказать. А в прошлом году, да, было очень-очень интересно, очень прям... А кто из участников больше всех понравился? Вы можете назвать имя? В прошлом году? Да. В прошлом году было коллектива «Эхо» с Челябинска. Очень-очень-очень интересный коллектив. Они очень хорошо работают, у них очень интересная работа, да. Зель, тренер кубиков. Ваши впечатления о мастер-классе? Какие эмоции, впечатления? Замечательный мастер-класс. Я преподаю восточные танцы и всех своих учениц пригласила на этот мастер-класс, чтобы они попробовали себя в новом амплуа. Всем очень понравилось, мы в огромном восторге, такая замечательная энергетика, просто неописуемо зажигается душа, сердце, танцует не только тело, но и двигаешься всем своим телом, душой, глазами, все, что есть у тебя. Solo vino a fumar el enorme vacío.